Всем привет! Сегодня мы готовим еще один классический ролл с угрем анага в темпуре. Как жарить угрь темпура вы уже знаете, кто не знает, можете посмотреть в предыдущем видео. И сегодня у нас такой, с одной стороны, простой ролл, с другой стороны, немного замудридоватый. Давайте посмотрим, как его готовить. Этот ролл у нас будет вертикальный. Это, как вам объяснить, не то что супер классический, это один из первых роллов, которые придумали в США для местного населения. Выкладываем обжаренный угорь темпура и авокадо. И переносим на циновку, заворачиваем. Далее на готовый ролл выкладываем распущенный огурец. Как распускать, вы, наверное, тоже уже знаете, я показывал. Придаем форму. И нарезаем. Ну и готовый ролл выкладываем на тарелку. Ну и готовый ролл поливаем соусом унаги. Этот ролл очень похож на один из первых заграничных роллов, которые придумали в США. Есть аналогичный ролл с крабом, с мягкопанцирным крабом, который называется спайдер. Многие его знают, в России уже появился давным-давно. Надеюсь, что у меня получится в скором времени приготовить такой же ролл спайдер, который очень вкусный и красивый. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока!